Ну, а запреты разве есть? Ну, почему говорят о какой-то вакханалии запрета? Их же нет. На последней прямой линии 14 декабря Владимир Путин заявил, что в России нет никаких ограничений, тем более запретов, касающихся абортов. Инсайдер решил проверить, так ли это, и позвонил в частные клиники в нескольких регионах. Выяснилось, что многие из них больше не оказывают такую услугу, объясняя это именно новыми государственными правилами. Калининград. Медицинский центр Европейский. На сайте клиники услуга есть в прайс-листе, она стоит 10 тысяч рублей, но записаться на прием нельзя. Виктория, здравствуйте. Вы могли бы мне помочь? У меня такая безвыходная ситуация. Подскажите, я могу в вашей клинике записаться к врачу? Я хочу сделать аборт. К сожалению, в нашем центре данную операцию больше не проводят. Ну, к сожалению, сейчас в частных центрах, то есть наш центр принял решение, что проводить манипуляции по прерыванию беременности не будут. То есть даже на это нет сейчас на данном специалитете. То есть не имеем права проводить. Это связано, подскажите, с новым вот этим внесенным законопроектом? Я что-то слышала вроде такое. Да, и с этим тоже. Поняла, то есть прям в ближайшее время вообще не записаться к вам? Вообще никуда, ни в нашего, ни, практически ни в какой центр частный не запишите сейчас. Вообще никуда. Какое учреждение? Аналогичная ситуация в Липецке. Инсайдер позвонил в медицинский центр «Доктор Плюс», на сайте которого также есть такая услуга. Вы могли бы мне помочь? У меня такая большая проблема. Подскажите, я бы смогла записаться к вам в клинику, к врачу на осмотр, я бы хотела сделать аборт. Мы абортами просто не занимаемся. А с чем это связано? С изменением законодательства. Я не понимаю просто, как мне быть. Просто мне 25 лет, я себе ребенка не могу позволить. И, то есть, я не понимаю, может быть, кто-то в обход может сделать. Ну, в нашей клинике точно нет. А как давно запрет действует? Точно вам не скажу, наверное, второй месяц где-то, может быть, так. То есть даже вот в ближайшее время не предвидится никаких послаблений, может быть, я могу перезвонить чуть позже? Насколько я знаю, никаких послаблений не будет. Также отказываются делать аборты в Курске. Инсайдер позвонил в медицинский центр номер один. Вы могли бы мне помочь? У меня такая довольно щепетильная проблема. Смогу ли я в вашей клинике записаться к врачу? Я хочу сделать аборт. Мы не делаем аборты. У нас такие услуги не оказываются на данный момент. А с чем это может быть связано? Подскажите. Это не имеет значения в вашем случае. Поищите того, кто этим занимается. Мы этим не занимаемся. Это связано с новым законодательством, я так понимаю, да? Мне не докладывают, нас там доводят до сведения, какие услуги мы оказываем, какие нет, а в связи с чем. Об этом стоит только догадываться. Поняла. А давно у вас вообще это не оказывается? Наверное, где-то несколько месяцев. Поняла. Просто я не понимаю, что мне делать. У меня 25 лет, и я не смогу позволить себе ребенка. Пожалуйста, в государственное учреждение, в перинатальный центр, только так. Это далеко не все регионы, где частные клиники отказываются делать аборты. Этот список будет увеличиваться. Тем временем проект Russian Field провел свой независимый опрос, согласно которому запрет абортов готовы поддержать 25% россиян. Присылайте ваши фото, видео и истории для публикации в черный ящик The Insider.